Всем привет, ребята! И сегодня я сделаю новую долгожданную рубрику по моей новой лего-фигурке по Скибиди Туалет. Так что запасайтесь едой, водой, и мы начинаем обзор. Камерамен. В принципе, он ничего не делает, кроме ног. Скибиди Туалет. То же самое, ведь у него поворачивается только голова. Большой спикермен. Ничего необычного, только двигаются ноги. Большой клокмен. Он мой самый любимый персонаж из Скибиди Туалет Мультиверс. Но у него тоже двигаются только ноги. Большой камерамен. А это камеравумен. У нее уже есть две способности. У нее не только двигаются ноги, но и двигается пушка. Вот так это выглядит. То есть вы знаете, камеравумен при атаке она выпускает эту пушку. Спикервумен, она моя самая любимая, но у нее двигаются только ножки. А это Вантусмен и его туалет для передвижения. Вантусмена можно туда же посадить, но если вы хотите, чтобы он туда полностью вместился, то просто отделите вантус и прицепите сюда. А это паразит. В нем ничего необычного. Это просто букашка-туалет, которая всех заражает. А это уже большой спикермен. То есть как бы старший брат спикервумен. Он в руках держит нож, ну так, для красоты, но у него двигаются только ножки. И, кстати, забыл про этого. Это дрельмен, который превращается в шар. Вот так он, кстати, выглядит в разобранном виде. Его собрать очень легко. Достаточно его просто перевернуть, вот эту часть согнуть, а это тоже сюда согнуть. Вот и все. Это обычный дрельмен. У него ничего необычного, ведь у него двигаются только ноги. А это уже уфа-туалет. У него, кстати, вот тут двигается, то есть крутится. Скибиди Хеликоптер. Ну, в принципе, в нем тоже ничего необычного, ведь у него двигается только пропеллер.